Максим, что вы сказали по сегодняшнему матчу? Почему поражение, к сожалению, вашей команды? Ну, пропустили, хотя вели в счете. Чуть опять обидные голы такие. Перерывы пропустили. Раз. И потом еще один гол. Хотели удержать результат, наверное, один гол. Удержание, чтобы сыграть. Но пропустили, еще раз повторяюсь, обязательные голы. После первого тайма ввели 1-0, грубо говоря, можно сказать так, что почему после перерыва сразу вышли, пропустили и все, то есть? Ну, где-то, я же говорю, концентрация, когда после перерыва выходишь, мы где-то, как говорится, прозевали моментик сразу, и тем более гол одушевил на уху, и они больше, как говорится, с большими силами пошли атаковать, а у нас произошла такая потеря концентрации. Максим, ну вы играли раньше в Уфе, что можете сказать про команду, вспомните вас перевод, какие эмоции у вас? Не, ну нормально, положительно, все. Прошли, как говорится, от первой лиги до вышли в премьер-лигу. Ну эти стадиона тогда не было, сейчас стадион построили, и перетерпели, как говорится, сейчас достойно играют в премьер-лиге.